Помолимся. Кто это такие, Али? Поклонники твоей мамы. Друзья. Мама. Мамочка. Мамочка. Что мне без тебя делать? Кто позаботится обо мне? У меня будет ребенок. Как я позабочусь о нем одна? Кто обо мне позаботится? Мама. Мама. Мама, ты не ушла. Ты не ушла, не ушла, не ушла. Мама, ты не могла уйти. Не могла. Папа. Папа. Папа, это ведь неправда. Это не на самом деле. Мама не могла умереть, правда? Верни. Верни мне маму. Ты тот же самый Рамис. Ты сможешь. Верни мне маму. Скажи, что вернешь. Папа, скажи, что вернешь. Скажи это. Папа, скажи. Папа. Ты, как всегда, Сальма. Опять ты от меня сбежала. Зачем ты так? Зачем? Ну, не переживай. Не переживай. Осталось последнее дело. Я его сделаю и приду к тебе. Не переживай. Иди в машину. Холодно, заболеешь. Кенан. Дядя Рамис. Дядя, пусти! Не здесь! Пусти! Я этого не делал. Уйди! Дядя Рамис, выслушай меня. Столько лет не убивал, с чего бы сейчас. Пусти! Не пущу, дядя, не пущу! Выслушай меня, я не убил ее за все эти годы, и сейчас бы не стал, я не делал этого. Будь ты проклят! Будь проклят тот день, когда я с тобой познакомился. Клянусь честью, я этого не делал. Честью? Мы похоронили нашу с тобой честь вместе с Сальмой. Ты убил ее! Сальма тоже была моей. Я не смог такого сделать. Она не была твоей. Сальма никогда не была твоей. Она тебя боялась и постоянно сбегала от тебя. Ты убил ее. Нет, это ты убил ее. Зачем ты нас преследовал? Почему не уехал? Чтобы спасти ее от тебя. Надо было убить тебя в тот день. Надо было убить тебя и отправить к брату. Негодяй. Лжец. Паршивый пес. Довольно. Лжец.
Уезжай. Я этого не делал. Закрой глаза. А теперь задайся вопросом. Когда Эзель меня убьет? Это сделал я, Сальма. Знаю, это сделал я.